Сегодня, но только 74 года назад, началась Великая Отечественная. Поэтому 22 июня по всей стране проходят памятные мероприятия. В Клину сегодня также День памяти и скорби. В полдень на Мемориале Славы прошел траурный митинг. Дети читали стихи о войне и возложили цветы и венки. А в память о всех погибших в годы войны были выпущены белые шары с бумажными журавликами. А ровно в 4 утра, в час начала войны, на мемориале прошло памятное шествие во главе с Аленой Сокольской. В нем приняли участие молодежные организации, школьники, члены казачьей общины и все желающие клинчане. Пока память жива, покуда, наверное, российский народ не допустит, чтобы те трагические события 22 июня 41 года повторились. И сегодня мы здесь с вами в память о тех, кто не вернулся с фронта, в память о тех, кто выиграл эту войну, Великую Отечественную. И мне очень хочется, чтобы мы с вами пронесли это чувство гордости, чувство любви, патриотизма к родине через всю свою жизнь и передали другим поколениям.